Всем привет. Не люблю выходить в перископ без темы, но подумал, что раз у меня есть 3-4 минутки до следующего клиента, можно поболтать, валяясь на полу. Всем привет. О, сколько сердечек побежало. Спасибо. Как после операции? Нормально. Ну вот, я уже тренировал 4-х, можно поваляться. Павлодар, привет. Новосиб, Минск. Не холодно? Не, у нас сделан ремонт, так что все хорошо. Сыскуль, привет. Красноярск. Что сделал с собой? Маленькие модификации. Салам из Астаны. Австралия. Австралия, привет. Надым, вау. Надым, привет. Тюмень, Москва. Как поправлюсь? Уже поправился, просто вот, чувствую себя так. Стоит ли пойти учиться в колледж Бена Вейдера? Но если вам нужен сертификат тренера, то это, в общем, практически необходимо. А так, Зеленоград, привет, Астана, Грузия, привет, Норильск, Измайлово, Северск, Сыктывкар. Нет, у меня не линзы, просто у меня теперь такие глаза. Привет из Пушкина. Нравится ли мне ботокс? Ну, это вполне определенная необходимость, чтобы не было морщин. Привет, Благовещенского. Санкт-Петербург. Как моя жена? На работе, понедельник, день тяжелый. Чем занимаюсь по жизни? Тренирую. Сейчас маленький перерыв. Сертификат тренера сложно ли получить? Нет, вы пришли, получились, не сложнее, чем в школе учиться. С тобой воевал Шварценеггер, хищники. Да, почему вики черные? Так они вообще черные. Что думаю по поводу жиросжигателей, что это очень узкоспециализированная вещь, которая индивидуально подходит или не подходит каждому. Операция была только на лице? Нет, не только на лице. Еще менял себе складку на ягодице. Так бывает. Зал не покажу, мне лень вставать. А точнее, больно. Что в глазах изменилось? Разрез изменился в глаз. Теперь они более вытянутые и миндалевидные. Страшиво. Спасибо, вас не видно. Третий глаз у меня появился? Нет, это просто скотч. Как можно жирок и живота вывести? Очень хочу плоский живот. Но единственный вариант убрать жирок навсегда, это все-таки липосакция. А все остальное это уже правильный образ жизни, питание и тренировки. Потому что липосакция абсолютно не панацея. Делали аскулы, да, много лет назад. А сейчас это просто легкий отек. Ну что, задавайте вопросы. Я просто вышел пообщаться. У меня это уже такая, как определенная зависимость, что ли. Где девочка, которую ты показывал на тренировке? Анечка вон ходит на степе. Она немножко приболела, но тоже нормально. Как я остаюсь такой спокойной? Ну, так у меня уже иммунитет. Вы знаете, сколько людей добрых рядом? На глаза осложнений нет. Нет, я не устал от этого образа. Детей у нас нету. Тренинга нету, пока клиент опаздывает. Когда в Тюмень, честно говоря, не знаю. Можно ли делать на курсе пластику? Нужно помнить, что на самом деле все анаболические стероиды были введены в свое время для ускорения реабилитации после тяжелых операций. И первое ведь назначение именно было такое – синтез белка и восстановление мышечных тканей. Нет, я не гей, спасибо. Долго ли буду без спорта? Недели две. Аня, закончила? Все, завтрак 11, поправляйся и не простынь. Все, давай. Витамин С, хорошо? Давно дрался? Давно. Если так, в спарринге, то, наверное, года полтора назад. А так очень давно. Готовись, когда будем? Когда поправлюсь. Вика, привет. Привет. Где брови потерял? Они просто выцвели. Пока не до них еще. Тяжело дорога до Ольгина. Но сегодня снег выпал, а так на самом деле все классно. Вечером добираемся где-то минуты за 33-35, а утром где-то порядка 45-48. Что сожрать, чтобы банки росли? Здесь дело не только в еде, а в самом тренинге. Надо просто понять, вам больше нужен силовой тренинг или памп, или комбинация. Глаза не крашу, как их красить после операции, татуировка. Как отношусь к бане? Не хожу, но к бане хорошо отношусь. Как нити? Нити на самом деле не чувствую. С лицом все в порядке. Попу как быстро поднять? Ну, здесь становые выпады, отведения, а целый такой конгломерат. Но это все бесполезные слова, если не видеть, какая техника. Дельта горят очень больно, что делать? Приподнимать в этот момент руки на 2-3 минуты, это вполне помогает между подходами. Ну а тогда есть второй вариант разогревающей массы и не охлаждать плечи, то есть заниматься в футболке, либо в телогрейке какой-то. К
Когда встреча с Коклеевым? 5, 6, 7, 8 марта. Очень ждем. Где тренируешь? На Дивинский спортивный клуб в армии. Глаза закрываются? Ну да, если сильно натянуть. Как в новой квартире? Шикарно. А какое молоко лучше? Да практически без разницы. Такое содержание жира не имеет значения вообще. Пожелать выздороветь? Желаю вам выздороветь. Когда в Казань приедешь? Честно говоря, тоже не знаю. В России турне у нас немного. Планирую где-нибудь выступать? Нет. Достать языком доноса? Да мне вообще говорить-то больно. Работаю тренером. Айда в Казань? Возможно. А в Тверской области бывал, только проездом. Сколько янтарки принимать в день? Но если болеете, до 20 грамм можно принимать, а так на самом деле больше чисто не стоит. Зачем куйти, чтобы целоваться было удобно? Делали ошивак? Да. Собираюсь ли в Москву? Да. Нет, это какой-то конструктирующий, укрепляющий гель, чтобы не ломались ногти. Где работаешь? Спортивный клуб армии, Дивинская 4, Санкт-Петербург. Как отношусь к кроссфиту? Только положительно отношусь к кроссфиту. Что с зрачками? Не знаю. Кофеин хорошо? Не думаю, что точно. Работаю шпаком. Без жира использования? Нет, я предпочитаю рыбу так. Принимать янтарку в 6 утра? На самом деле утром, днем и вечером, но не позднее, чем в 6. Что скажешь о Гусеве и Миронове? Не знаю, они медийные парни, они живут своей жизнью, у них свой спорт. Офигенный лак, спасибо. Жаль, в Москве не тренирую. Пока нет. Сколько зарабатываю? Я же безработный, ребята. А сколько стоит одно посещение? 2000 рублей. Чтобы подушить, тяжелоатлетика или пауэрлифтинг? Но раньше был пауэрлифтинг, а для тяжелоатлетики я очень негибкий. На самом деле и тот, и другой вид спорта мне очень-очень, не знаю, приятен. Что слышно про каникулы 3? Да все вернулись и начали пахать очень быстро, потому что все же ребята реально работают. Какая операция была на глаза? Несколько укорачивали мышцу, шевковым методом убирали верхний лоскут кожи, изменяли разрез. Нет, я не гей. Что ж вы такие вопросы-то? Пиши пробу, пожалуйста, ребят. Это все к Жене Хайтовичу. Там он вас скоординирует, и тогда можно будет все сделать. Глаза пересыхают? Да, с собой есть капельки. Время от времени делаю. Зачем губы увеличиваю? Я их уменьшал. По-моему, раз 18 это уже был. Так, кто-то там написал себе пожелание. Кто делал? Да, Лариса Батрадовна делала. Да нет, Куков с самого начала не угорал. Он на самом деле очень позитивный дядька, и все, что у нас было, это, ну, вполне определенная такая маленькая режиссура. Никомастини нет, никогда не удалял, все нормально. Как жена? Шикарно. Штрихует третий глаз, да его надо снять просто здесь. Маленькие-маленькие нитки, видите? Если я их уберу, они начнут в глаза лезть. Показать пресс, что между бровей нитки из глаз. Ну, практически не моргаю. В квартире вживаемся. На молоке можно поднабрать? На молоке можно поднабрать, но нужно понимать, что на молоке поднаберете и жирка тоже. Молочка вообще задерживает воду. Да. Моя любимая, знаешь, она похожа на Роузи. Зал попозже можно показать. У вас договорные отношения с спорткомплексом? Ну, практически так. Почему не баню дебилов? Ну, только представляете, они смотрят, пишут. А и общаются со мной на постоянной программе. Так что же здесь? Кто из нас извращенец? Я или они? Зачем я губы крашу? Ой, потолок показываю. Зачем кубики на животе набил? Чтобы не было пустого живота. Потому что когда татуировка на всем теле, кроме живота, смотрится как-то не так. Как я не злюсь? Так на что мне злиться? Где... Квартиру взяли в Юнтово, грудь делаю, да, что буду делать еще с собой, пока планов нет. Как меня зовут? Саша. Почему же так много меня уже смотрит и все время задают одни и те же вопросы? Какой некорректный вопрос. Даже не знаю, что человеку сказать по этому поводу. Самое злое, что я делал. Я, наверное, ничего золота и не делал. Давно ли женаты? Официально 1.5 года. Не, в детстве меня практически не били. Или я не помню. Ну как я покажу кубик? Я же в одежде. Глаза не накрашены, это татуировка. Красить глаза после операции, это на самом деле очень затруднительно было бы. Отрастить бороду неудобно, да и жена против.
Зачем я себя мучаю пластикой? Я не мучаюсь, я наслаждаюсь. Пил ли я магний B6 Forte? Я когда-то пил, но у меня достаточно шикарные витамины сейчас есть. Какой притренер лучший? Мне нравился суперпад от Гаспари, а так практически ничего не принимаю. Так, много бежит сообщений, что не успеваю их читать. Так, убрать палец. Убрал. Как отношусь к кинофициальной на курсе? Да никак, честно говоря, не пробовал. Сколько мне лет? 18+. Продлить зачем нет? Да потому что они практически выцвели, и должен быть новый перманент. Лазером надо это все уничтожить и нарисовать новое. Какие витамины пью? Мультипро от SkyTech Nutrition мне очень нравится. Протеин, честно говоря, я не пробовал, поэтому не могу сказать ничего ни хорошего, ни плохого. Что посоветовать, чтобы не заболеть? 5 грамм витамина С на протяжении 3 дней и янтарная кислота. БЦА после трения есть? Конечно, есть. На глазах тату больно, еще как больно. Как уменьшить талию? Вакуум и корсет. Нет, я на самом деле никакого фонтана не бил. Как выздороветь? Позитивнее на все смотреть, понимать, что болеть это плохо, а жизнь прекрасна и без болезни. Как я употребляю алкоголь? Обычно красное сухое вино. Что я себя представляю? Ну, ничего не представляю, это вы меня представляете таким. А я живу в удовольствии. Что с зубами? А что с зубами? Нормальные зубки. Вино не вредно? В небольших количествах, разумеется, не вредно, если вы только не покупаете дешевое вино. Зачем тату на глазах? Не знаю, не нравится. По-моему, так интересно. Что с губами? Уменьшил, видите, нитки. У меня есть член, когда задает такой вопрос парень, это очень такой странный вопрос. Могу ли я закрыть зебру? Я пацифист, не люблю убивать зря животных. Почему не блокирую хамов? Ну, не знаю, я не хочу на это даже время тратить. Я пропускаю их сообщения. Сколько раз я был женат? Ну, это такой личный вопрос. Что убирал из губ? Ничего, просто ткани убирал, чтобы они были по-другому. Клыки не больно устанавливать, их просто наращивали. Мужики шорты покупают? Честно говоря, мужики шорты не покупают, а девчонки покупают нормально. Эффективные упражнения для ягодиц, но здесь на самом деле суперсет, если в домашних условиях, то это выпады правильные, приседания, становые. Становую можно делать с бутылками водой. Как отношусь к Будику? Никак, мы с ним так и не пообщались. Планов много новых. Приходи в Алмаз. Не, мне там не всегда рады. Где купить шорты в Москве? Пишите в группу, мы заказ примем, мы вам отправим либо почты, либо курьером. Но курьером это лучше. Сколько раз подтягиваюсь? Я не подтягиваюсь. Каким обстоятельствам тягивают такого вида жизнь? Простыми. Чтобы не общаться с обычными людьми, я теперь общаюсь только с необычными. Наверное, так. Что отправим? Шорты отправим. Сколько вешу? 115-116. С Коклевым общаемся? Да, вчера переписывались. Сегодня много хейтеров? Ну да, ну так это и прекрасно. Возможно, кто-то поменяет мнение, а кто-то нет. Каждый имеет право на свободу измышления своей сущности. Я на свободе? Вроде как да, решеток на окнах нет. Мой тренер с тахикардией, но здесь уже зависит от того, насколько она сильная у вас. У Коклеева есть перископ? Нет, Мишка собирается выйти в перископ, но все еще этого не делает, хотя я его уже уговариваю. Надеюсь, что я приеду и вместе с ним выйдем. Я в спортивных мероприятиях не участвую. Как ты с тестостероном бустером относишься? Мне нравился тестоген от Рони Калимана. Ты уже тренишь? Сам нет. Куда? У меня третий день после операции максимальный отек. Я еще на антибиотиках, так что я не раньше, чем дней через 10. Как Юрий, в последнее время не списываемся, времени не хватает. Почему не моргаю? Да я вообще не особо моргаю. Как узнать, что подходит тренировка, как понять? На самом деле основное это насколько вы чувствуете мышцу и насколько вы добиваетесь пампы при этом мышце. Все остальное это уже проблема питания. Понимали, что я провоцирую людей своей внешностью? Да, понимаю. Так это как раз и дает им возможность либо общаться со мной, либо нет. Смотрели с мамой на Мексику? Нет, там я не был в Мексике. Это был не я.
Когда человек задает вопрос, мужик или баба, он не уважает ни тех, ни других. Мужчина или женщина? Так бы задали вопрос, я бы вам ответил. Что-нибудь коллекционирую? Да. Вино. Эдостерон, Бетсулаф, у тебя. Бесполезная добавка. А, тай. Да. Где у меня уши? Уши остались. Как найти меня в интернете? Саша, здравствуй. Опа. Как найти меня в интернете? Забивайте в Ютубе Саша Шпак и сразу находите меня. А там уже все выходы на все остальные контенты. Будем смотреть со мной порнуху? Ее нету. Если только в своем воображении. Часто ли бреюсь? Раз в 3 дня. Кто меня... Никто. Хирург. Высадительно работает, это факт. Все, кто пробовали, ну, всем понравилось. Зачем я себе это сделал? Ну, не знаю. Ответ слишком глубок, короткий, непонятен, а слишком длинный, слишком долго. Сжигатель «Черная вдова», насколько я помню, он на одном из эфиров эфедрина. Эфедрин у нас запрещен. Так. Звуки, так это зал, потому что все вокруг тренируются. И у меня уже приходит мой клиент. Ну что, мальчики, девочки, всем огромное спасибо. Спасибо даже хейтерам. Все равно все смотрят. Я был рад пообщаться. Вы скрасили мое времяпрепровождение. Ну, до новых встреч. И самое главное, всем добра, мира и любви. Пока. Увидимся. Возможно, завтра.